после новости о том, что открыли оформление для пешего типа граждан, так скажем. Паспортный контроль можно проходить пешком. Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putinin qismən səfərbərlik haqqında sərəncamından sonra Rusiya vətəndaşlarının qonşu ölkələrə axını davam edir. Görüntülər Rusiyanın Gürcüstanla olan sərhəddindəndir. Maşınların sayı həddindən çox olduğu üçün minlərlə insan sərhəddi keçmək üçün piyada keçid məntəqəsinə doğru irəliləyir. Без автомобиля, без велосипеда, без какого-то транспортного средства резко образовалась в течение 5 минут колоссальная пробка уже из людей. По той стороне выезжают автотранспортные средства, в том числе грузовые. Сарафанное радио работает очень быстро, и люди бегут занимать очередь для того, чтобы пройти границу без автомобиля, без велосипеда, без самоката. Тем самым осложняют выезд автомобилей, которые из Грузии заезжают в Россию. В обе стороны просто колоссальная пробка. Нейтральная зона стоит уже больше 9 часов. Машины двигаются со скоростью 1 метр 1 час.